Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и всем огромный привет из солнечного Суку. Да, мы приехали, на самом деле некоторые гадали, где мы будем находиться. Мы в Суку. Здесь очень классное место, я вам потом еще поснимаю, покажу, что здесь есть интересного. Ну как интересного, здесь просто красивая природа, на этом все. Вот, и почему именно здесь? Из-за комплекса, в котором мы сейчас находимся, да, именно из-за него я сюда и решила приехать, скажем так. Вот. В общем, сегодня будет такое видео, я покажу, где мы конкретно живем, то есть квартиру, наверное, территорию я поснимаю уже потом и покажу уже в следующем видео именно территорию. Я чуть такая лохматая, девочки, я вообще кошмар. На самом деле, это мой естественный вид волос. Так, я тут так штатив поставила. Закрепила подушками кое-как штатив. И, в общем, да, постараюсь, чтобы он не упал. Вот так, наверное. В общем, поотвечаю на кое-какие вопросы и покажу помещение, в котором мы находимся. Название комплекса, в общем, тоже я оставлю внизу под этим видео, чтобы вы могли посмотреть. Да, я уже достаточно такая загорелая. Сижу я сейчас на балкончике, потому что у меня там мальчишки тоже сидят, отдыхают. Вот, давайте поотвечаю на вопросы. Первый вопрос, который мне был еще до моего отъезда, ну, я решила, вначале не хотела отвечать, думаю, что отвечать, отвечать нечего. Потом думаю, я все-таки отвечу. Это по поводу ароматов. У меня не прошла любовь к парфюмерии, она абсолютно такая же осталась. Единственное, что сейчас, ну, вот, как бы вы понимаете, да, что отъезд и туда-сюда, и, в общем... Ну, отдых я имею в виду, да, и как бы те ароматы, которые я хочу, они достаточно дорогостоящие, я бы так сказала. Поэтому, ну, у меня обязательно появится один аромат, который я очень безумно хочу. Я себе перед отъездом заказала вот такой вот набор. Это топ летних ароматов для нее. Я вообще просто не тестировала никакие новинки, ничего, вообще не отслеживала вот весной никакие новинки, но хотелось что-то такое, чтобы приобрести себе на лето, и, соответственно, я взяла вот такой вот набор, потому что, ну, мне очень нравятся вот эти аромабоксы, я их, кстати, обычно использую все под ноль, хотя каждого вот этого вот, вот этой вот штучки, ее хватает надолго, реально надолго. Вот я пшикаю уже тут все много, и у меня вот еще сколько всего ничего как бы использовалось. Значит, я вам оставлю ссылку на сайт и дополнительный промокод, которым вы можете воспользоваться, и который вам даст дополнительную скидку. Вот такие вот здесь идут ароматы. Сейчас у меня сфокусируется камера. Вот так вот. Вот такие вот здесь идут ароматы. Ссылочку, конечно, вам оставлю. Очень классные все ароматы. Они мне безумно нравятся. Я использую ароматы даже здесь сейчас на отдыхе, потому что мне... Ну, я люблю ароматы. Мне очень нравится. Я взяла сюда только вот этот набор и пользуюсь им, потому что, ну, я как раз к отпуску себе его и заказала. Мне безумно нравится вот этот аромат, девочки. Вот этот. Я не буду уж коверкать, да, называть его... Уильям Парфюмер Манго Скин. Даже назвала. Уильям Парфюмер Манго Скин. Обалденный аромат. Это аромат такого... Знаете, мне кажется, я его чаще всего использую. Я буквально чуть-чуть на запястье хожу. Просто вот мне пахнет самой себе. Вот. Аромат манго, оно такое, знаете, спелое, свежее, сочное манго. Но при этом оно такое... Не приторно-сладкое, знаете, а такое немножечко даже свеженькое, немножечко, потом вот этот вот аромат манго немножко уходит, и такая свежая, как свежая вода, что-то вот наподобие того, очень-очень приятный аромат, я пользуюсь им с огромным удовольствием, именно вот этот аромат, кстати, я уже тут все их перепутала, все эти ароматы, вот, вот он. Вот этот аромат. Я его наношу чуть-чуть. И знаете, он мне будет 100% напоминать про Суку. Я его наношу чуть-чуть на запястье. Вот так вот растираю немножечко. Хотя говорят, что не нужно растирать вот так вот аромат. Но я это делаю. И
такая немножко манго, зеленой кожицы, такой, ну, вообще обалденный. Его надо, конечно, тестировать. Здесь все классные ароматы. Джо Малонг мне вот этот вот понравился. English, английский персик, я так поняла. И фрезия, вот этот вот очень тоже приятный аромат. Такой слегка сладковато-цветочно-свежий какой-то вот этот вот. Мне, конечно, больше манго, я больше по сладеньким ароматам. Вот этот Джо Малонг тоже обалденный аромат. Джульет Хазыган, вот этот вот, например, у меня есть в полноразмерной версии, который такой желтенький, сам, по-моему, называется. Нет, ванила какой-то там. Вот. Вот этот тоже приятный, свежий, кто не любит сладеньких ароматов. Байреда, ну, пока не особо у меня вот этот Байреда зашел. Амуаж приятный. Но амуажи вообще, мне очень нравятся амуажи. Конечно, да. Вот. Но вот эти три пока я непонятно. Потому что я пользуюсь вот этим манго. Уж очень мне нравится. Я потом приеду, обязательно его себе приобрету. Потому что, знаете, будет у меня воспоминание такое, знаете, ароматное воспоминание о суку. Вот. И, кстати, мне еще принесла показать, дали вот такие два наборчика. Надо будет только два пробничка. Всегда в заказах кладут вот такие два пробничка. Это очень классно. Я как раз их взяла сюда себе, чтобы не так много, прям вот так их и положила, чтобы не так много с собой тащить. Аромабокс классный. Вы обязательно, вот в этом аромабоксе, вы обязательно найдете аромат именно для себя. Обязательно найдете. Он очень классный. Ссылочку оставлю, промокод вам тоже оставлю. Обязательно воспользуйтесь. Аромабокс номер 15. Топ летних ароматов для нее. Девочки, кто еще не определился с летними ароматами, пожалуйста. Вот, очень классно и очень удобно. Особенно брать с собой поездку, как я сейчас и взяла. Вот. Что-то я мега лохматая. Ну, я не делаю здесь макияж, несмотря на то, что я косметику с собой взяла. Ну, смысл ее делать когда-то либо на море, либо в бассейне. У нас здесь есть на территории бассейн целых два. Если не разрешал. Вот, куда мы, конечно же, ходим. Или на море, или в бассейн, или утром туда, вечером туда. В общем, все зависит от погоды. На самом деле, погода у нас, ну, такая, не 30-градусной жары, где-то 26-27 было, 22-23, иногда идет дождик, иногда тучками вчера все затянуло. Море холодновато еще. Но было тут вообще, оно было тепленько, а потом, видимо, какое-то течение и стало совсем-совсем прям ледяным. Мы несколько дней даже не ходили, потом опять оно стало, знаете, таким тепленьким. Значит, живем мы в квартире. Это квартира. То есть мы снимаем квартиру в таком комплексе. У нас квартира-студия. Я сейчас нахожусь на балкончике. Вот, с кухней, со стиральной машинкой и, в общем, со всем необходимым, что и мы... Соответственно, я или готовлю, или мы куда-то ходим. Здесь есть один ресторанчик, он очень вкусный. Мы, конечно, не во всех ресторанчиках и кафе были. Вот называется он «Терем». Но из тех, что мы были, больше всего понравился именно этот. Мы просто здесь зашли днем, поэтому народа не так много. А к вечеру здесь очень прям много людей. Брабульку я взяла попробовать. Пробовала, кстати, ее впервые вообще. Но это не то же самое, что корешка. Корешка намного вкуснее. Вот, мы туда с удовольствием ходим. Пару раз ездили в Анапу, там какие-нибудь суши из Анапы привозили, потому что вот в этом ресторанчике у них нет вот этого суши-повар, да, он называется, или как он? Как он называется, этот повар? Кстати, смотрите, да? Сейчас вам покажу. Вот такую штуку я набрала. Высушила ее даже уже. Только я так могу. Повезу домой. Будет у меня такой суховей стоять. Смотрите, какие они красивые. Я не знаю, что это за колоски. Я называю это просто колоски. Девочки, вот. Название этого комплекса я вам оставлю под этим видео. Мне очень он нравится. Потом сниму территорию, покажу.
с одной стороны гора, с другой стороны гора. Но кто был когда-то в Суко или в этой области, тот, наверное, видел не раз, знает, что здесь, конечно, очень-очень красиво, очень красиво. Пляж не песчаный, галька. Сейчас я покажу. Купили вот такие тапочки. Вот. И с ними вообще... Это у меня младшего сыночка. Вот. И с ними вообще супер. Вот такими. Как они называются, эти шлепки? Не босой написано. Сделано в России. Вот. В общем, вот такие вот тапчули. И отлично заходим. Такую подстилочку тоже поролоновую купили. Классно. Круг у нас есть. Ну, в общем... Не знаю, отдыхать не работать, девочки. Отдыхать это круто. Вот. Так что вот где мы отдыхаем. Суко. Здесь на самом деле очень классно, тихо, спокойно. В основном здесь семейные пары с детьми, причем многодетных очень много. То есть у кого трое и больше детей. Пятеро и шесть детей я тут видела у семьи. Не знаю, все их или нет, но я так поняла, что все их. Потому что похоже. Вот. Что еще? По поводу цены. Цену я не хочу называть, девочки, я объясню почему. Потому что кроме негатива больше ничего нет, реально. То есть просто какая-то, я не знаю, смотрят там видео мое спустя там 2-3 года и пишут, где вы нашли такие цены, что вы обманываете там, ну, в общем, куча всего. Я вам просто оставлю название, и вы можете забить, почитать отзывы в любом поисковике и посмотреть цены. Цены разные. В мае одни цены, в июне другие, в июле третьи, в августе четвертые и так далее. Как везде, наверное, да? Все зависит от сезона. Здесь у них сезон начинается 1 июня. Поэтому, ну, как бы, квартиры здесь разные и все разное, поэтому кому вдруг станет интересно, то смотрите на сайте, вы увидите, кстати, там территорию, тоже фото все актуальные, все действительно так оно и есть. Вот, по поводу дороги. Мы ехали по платной дороге сюда, ну вот остановки вы видели, предыдущее видео я показывала, где мы останавливались. Мы еще тут, кстати, попутешествовали, потому что мы когда приехали, было где-то 20-21, и было так пасмурно, и мы решили немножко, так как мы на машине, попутешествовать, тут везде побывали, это я тоже отдельно видео вам покажу. Вот, что еще, значит, по платной дороге, ну, стоимость платной дороги тоже, мы от Санкт-Петербурга ехали, то есть у нас прям по максималке, да, а стоимость тоже же можно посмотреть на Автодор или где-то там. Ну, в общем, у меня у мужа вот такая вот беленькая такая штучка, транспортер, или как-то так он называется, девочка, не буду врать. То есть мы бесконтактной оплаты подъезжали и вот вообще там не задерживались даже. По платной дороге ехать комфортно, она хорошая, без всяких там светофоров и тому подобное. Есть заправки. Причем заправки, кстати, очень хорошие. Там можно не только вот эти вот сосиски, не сосиски, хот-доги дурацкие купить, а там реально можно купить горячую еду, даже суп, я не знаю, какую-то лапшу, рис, котлетки, детское меню там есть. То есть можно прям реально вот такое нормальное горячее питание. Мы там покупали, и у всех с пищеварением все было хорошо, ни у кого никаких вопросов не было. И детское питание, кстати, на заправках тоже продается, и там всякие салфетки, подгузники и тому подобное. То есть можно
Так, у меня окошко открыто, но иначе здесь очень душно. В этом, на балкончике. И дверь я закрыла, потому что там мальчишки у меня. Ну, в общем, целая история. Вот. И, значит, про заправки сказала, да, соответственно, там даже есть такие места, на заправок места отдыха, где можно на улице посидеть там и так далее. Насчет того, что страшно ехать или не страшно, это насчет всей ситуации, да, которая сейчас происходит. Вы знаете, я вам так скажу. Я вообще человек, который очень сильно боится клещей. Вот прям до безумия, вот прям до панической атаки, можно так сказать. Потому что я могу в такой момент даже не вспомнить, как я оказалась из пункта А в пункт Б. Как я вот очутилась там. Я вообще... То есть у меня вообще мозг отключается. Очень боюсь их. Но при этом я каждый год хожу в лес за грибами. Одна, с собаками. Постоянно лес очень сильно люблю, но боюсь клещей. И, кстати, мы когда ехали в районе Краснодара на заправке, не доезжая еще Краснодара, где-то там останавливались на заправке, ну, мои пока пошли там в туалет и так далее и тому подобное. Вот, и я решила выйти так немножко размяться, походила вокруг машины, по траве не ходила, села в машину и сняла себе со штанины на клеща. Представляете? Я ехала в костюме, и прямо на штанине такой клещ ползет по мне. Вот. Вот такая вот история была. Дико боюсь, но хожу. Ну, здесь как бы я никого не хочу там, езжайте, все хорошо. Как вы считаете? Сильно боитесь? Не надо. Считаете, что нужно ехать? Езжайте. Здесь тихо, спокойно. Вот, по крайней мере, мы в Сукоту, и в Анапе были. Анапа рядышком вообще. Полчаса езды на машине до Анапы. Там тоже куча отдыхающих людей, прогуливающих таких. Ну, не знаю. Я не знаю, что на эту тему сказать. Но вот по поводу страха я вам уже сказала, что я тоже боюсь. Я летать боюсь. Это вот два у меня страха. Летать на самолете и клещи. При этом я хожу в лес и тоже иногда летаю на самолете. Не часто, но летаю. Вот. По поводу того, сколько мы здесь живем, мы здесь живем месяц, девочки, 30 дней. Мы сюда приехали 25 мая и будем уезжать 25 июня. Вот так вот. Так что целый месяц. Единственное, что с нами приехал муж, и муж у меня улетел домой. Он потом прилетит через недельку обратно и будет вместе с нами отдыхать. Потому что у него там дела по работе и всякое такое, ему нужно обязательно туда было уехать. Аэропорт ближайший, который работает, все знают, это Сочи. Единственное, что до Сочи добраться невозможно. Он у меня ехал на поезде, потому что машину нам оставил, на поезде через Краснодар, с пересадкой в Краснодаре. Вообще, это какая-то странная история. Правда, сейчас я слышала, единые какие-то билеты продают, но вот не знаю. Не знаю ничего про эти единые билеты, но вот, наверное, от Сочи до сюда, до Суко, наверное, может попроще добраться, чем обратно. Но вот он очень долго, получается, ехал. То есть от Анапы до Краснодара, там пересадка до Сочи, и потом только на самолете. На самолете еще 4 часа лететь. В общем, с целыми приключениями отсюда уезжаешь. В общем, нам здесь безумно нравится. Мы с мальчишками кайфуем. Единственное, что я очень скучаю по своим хвостатикам. Скучаю настолько, что мы тут рядышком и кафе, и рестораны, и столовые, и Магнит. И Магнит косметик есть, и Пятерочка. Нет, дальше он там. В общем, все здесь есть. И я, когда мы уходим в Пятерочку или в Магнит, и я прохожу мимо отдела для товаров для животных, у меня все время рука тянется, знаете, вот эти пакетики кошачьи купить. Ну, вот так вот я прям сильно скучаю. Вот. Кстати, еще пару слов и покажу уже квартиру, в которой мы живем. Значит, по поводу Магнитов, Пятерочек, мы были в Новороссийске и заехали там в магазин «Лента». И Пятерочка, и Магнит, да, который вот здесь находится. В Анапе мы тоже заходили в Пятерочку, где-то еще в Магнит мы заходили, ну, везде тут, короче, да.
И мне очень часто, когда вот я показываю закупки продуктов из магазина «Лента», пишут о том, что ну зачем вы там закупаетесь, ведь есть «Пятерочки», есть «Магниты», там дешевле. Здесь у вас, да, дешевле. У нас в Питере нет. У нас нету в Питере таких «Магнитов» и таких «Пятерочек». Но у вас нет такой «Ленты», как у меня. Реально, вот в Новороссийске была в «Ленте», я вообще в шоке была. Я думаю, неужели это «Лента»? Я точно в «Ленте» нахожусь. Во-первых, ассортимент. Во-вторых, цены намного дороже. Намного дороже даже, чем в моей «Ленте». Во-вторых, все какое-то грязное, все какое-то валяется, непонятно чего. Я как-то вот не впечатлилась. У меня «Лента» вообще идеально вылизанная. Вот просто стерильная, можно сказать. Ну и, соответственно, «Магнит» и «Пятерочка». Такой ассортимент огромный у вас. У нас заходишь, там раз-два и обчелся. Все грязное, все валяется. То есть у нас в Питере все наоборот. Не знаю, как в других городах, да, но вот я говорю про Анапу, Новороссийск, да, вот здесь Суко. Ну, короче, это день с ночью. Так что я понимаю, почему мне пишут такие комментарии. У вас реально получается «Магнит» и «Пятерочка» дешевле, чем «Лента». У нас нет. У нас нет такого. По акциям есть только что-то. Ну, в общем, ладно, все рассказала, все, что хотела. Давайте вам покажу уже саму квартиру, а то слишком много болтаем. Так, ну и давайте покажу квартиру. Вот входная дверь. Я вот тут так стою. Здесь вешалка получается. Вход в ванную комнату. И вход непосредственно уже как бы в квартирку, можно так сказать. Давайте начнем с ванной комнаты. Здесь, в принципе, ну, я буду показывать все без прикрас. Вот так, как мы живем здесь, так я и показываю. Здесь, в принципе, ну, ванная, туалет и стиральная машина. Вот. Вот такая. Здесь получается такой маленький-маленький коридорчик. Мы как раз только пришли. Вот. И дальше у нас получается кухонька. Вход и получается вот такая кухня. Там балконная дверь. Сейчас там у меня сидят дети. Они голые сидят, поэтому, ну как, в трусах. Поэтому я их не показываю. Соответственно, здесь вот совсем небольшая кухня, холодильник. Здесь все есть. Даже есть, как вы видите, мультиварка. Это не духовка, это микроволновка. Духовки здесь только нет, но она как бы лично мне не нужна. Там надо посуду помыть. Вот, я показываю, как оно есть, без ничего не украшая. Так, соответственно, стол на 4 стула. И вот с этой стороны получается вот так. Но, как вы видите, я не прибиралась. Я вам сразу говорю, это вот мы пришли с сумки. Это два дивана, они раскладываются. То есть, и получается отлично. Единственное, что здесь нет, на мой взгляд, ну, покрывало, да, вот мне не хватает, поэтому это были три пледика, я брала в машину, в общем, и вот они как бы, их как-то застилаю, ну, почаще просто стираю постельное белье, соответственно, здесь большой достаточно шкаф вместительный, очень хорошо все у нас поместилось, и телевизор с кондиционером, вот такой вот еще вид, еще на балкончике тоже покажу, ну, на балкончике такой же вид. Да, вот такой вот на, ну, получается, вид. Здесь вот люди как раз проходят, но здесь нет ни площадок детских, ну, точнее, они на территории есть, у нас окна выходят вот здесь машины, но машины здесь мало ездят, на самом деле, в основном просто люди проходят на море туда-обратно, и посмотрите, какой тут, кстати, какая тут красота, насажено тут всего, всякое красивого, люди на море идут. Вот, так что вот такая вот здесь красота. У нас были дожди, поэтому, видите, все стекла здесь. Ну, соответственно, я их мыть не буду, но нам никто не приходит, чтобы их мыть. В общем, получается вот такая вот квартирка. Вот, в принципе, нам вообще супер, очень нравится. Мы здесь с огромным удовольствием живем. Это лампочку мои дети тут включали. Вот так вот. Вот, не знаю, что еще, как еще. Это я приготовила мусор, девочки. Мы сейчас пойдем тоже опять, ну, в бассейн, чтобы не забыть, а то мы забываем. Вот, такая вот получается квартирка. Вот, не знаю, нам очень нравится с мальчишками. И сейчас еще покажу, выгоню оттуда мальчишек, покажу вам балкон.
Так, а балкончик у нас вот такой. Здесь вот этот диван был сложен, мы его разложили. Тут мальчишки у нас тусуются. Это наш круг. Вот. И соответственно, здесь сушилка. Вот такое. Давайте покажу вид. Тут у нас дожди были, поэтому окна немножко грязные. Вот такой вот у нас вид. Гор тут. Там вот только, чуть-чуть видно. Вот такое вот. Но зато здесь тихо, нет площадок, машин только ездят. Тихо, спокойно. Так что вот такой вот у нас балкончик. Мы еще сюда чемоданы положили. Ну, балкончик небольшой, но прикольный. Так получается здесь. Так, ну и, значит, ссылку на ароматы. Кто у меня спрашивал про летние ароматы? И не только кто спрашивал, кто хочет. Вообще, вот этого аромабокса вам на все лето хватит. Реально. Если, ну, вот жаркое лето, по чуть-чуть вот так на запястье. Ой, манго. Такой манго свежий, какая-то зеленушечка такая немножко. Обалденно. Вот. Так, все, у меня все попадало, как всегда. В общем, мне вот этого, наверное, на все лето хватит. Но с манго вот это обязательно куплю себе. Так. И название комплекса, в котором мы находимся, я тоже напишу. Комплекса, в котором мы находимся. Здесь есть гостиница с таким же названием, а мы именно в комплекс, где можно снять квартиру. Вот. Так что на сегодня буду с вами прощаться. Мы еще ездили в Крым. Мы много где путешествовали, поэтому мне есть что поснимать, есть что помонтировать, а не поснимать. И обязательно в ближайшее время я повыкладываю побольше фотографий. Ну, фотографии ВКонтакте тоже хочу выложить. И видео различных. Так что оставайтесь со мной. Всех люблю, целую. До новых встреч.